Я на ярмарке выпил лишнего, погулял, пошумел, проснулся в тюрьме. А утром пришел потрясший человек, всех в кандалы, в Москву, пушкарский приказ. Вместо жены – пушка железная. А что, если Никону в ноги кинутся? Свой же он нам человек. Тоже мордвин. Суры мы все. Сгребли, как курей во дворе. Не по закону этак. Святейший есть. Сисим не скуда зон ли есть. Анда часим чем он тенст. Ну, вот какое. Я и по-русски разумею, не только по-мордовски. Святейший, семеро дома остались, кормилиц я им. Сгину на войне, погибнут они. Валдайский знакомец. Ну, повоюй, повоюй. Вернешься, на острове Ки монастырь будем ставить. Никон вроде тебя признал. Ты-то чё, бухнулся бы в ноги. Глядишь и того. То хитрость выйдет. Меня не Никон. Меня государь на службу призывал. Пока дороги крепкие, в добрый час. Жди меня в Вязьме в мае. Да смотри, чтоб все с целости доставить. Воевать идем, вотчины возвращать, не гулять. Ты, мордва, пошли с нами. Духу не хватило, эдак вот патриарху в ноги. И свободен. Ай да Сенька, мордвин. Мордва, не народ ловкий. Сенька, Семен. Вот так щелобитием патриарху в ножки кидаться. Имейте в уме своем на Господа Бога. Государевы дела вершите с усердием. Господь Бог да не спошлет вам силу и животворящего креста, победу и одоление. Мне гоже в такой час слезам течет. Себя, батенька, батя-государь. Не видать не более твоих светлые очи. Чуть не на брань идешь, в дому остаешься. Государева воля. И есть у Руси сила вернуть вотчины наши. Пришел час выступить заступницей угнетенных и попранных братьев наших. Радость и нужду всякую будем принимать вместе с вами. Святейший патриарх Никон помолится за всех нас. Не посрамите царя своего! Будет благословение Божие над тобой. Добежит тебя враг, яко тьма от ясного солнца. Сим победиши!
освящение храмов кладут мощи под престол. Попы дозволяют двоеженцам и троеженцам петь и читать на амвоне. Противу патриаршего указа о поясных поклонах употребляются земные поклоны при чтении молитвы Ефрема Сирина. Святейший, рука онемела, перо не держит. К собору все должно быть приготовлено до последней буковицы. Передохни. Расскажи-ка мне, Арсений Грек, во многих землях бывший, каковы мы, русские, среди других народов? Святейший патриарх. Сиди. Робкий ум подсказывает, каким ответом можно угодить моему господину. Лживых слуг у меня без тебя много. Говори, как мыслишь. Сильны русские люди. И телом, и духом. На Соловках пожил, повидал. К чужой беде вы отзывчивы. Душой чужую беду принимаете. Не видал такого ни на Востоке, ни в Европе. А живете нескладно. Говори, говори. Ко всему иноземному недоверчивы. Пусть плохое, да свое. А еще, прости, святейший, завистливы русские люди. Последнюю рубаху соседу отдаст, если у того дом сгорит. А ежели сосед разбогатеет, да жене дорогую шубу купит, ведь спать не будет. Прости мою глупость. Говори. В иных землях тесно живут, вроде как сообща. Друг у друга чуть что появится хорошего, перенимают. Ухищрениями труд облегчают. А мы что с тобой делаем? Перенимаем, выправляем, чтобы со всем православным миром сравняться. Не так? А если я у тебя правду спрошу, скажешь? Спрашивай. Ты, патриарх, умнейший из тех, что в жизни встречал. Неужто воистину верую, что Господу Богу и впрямь угодно, чтоб не двумя, а тремя перстами обмахивались? Не на семи, а на пяти просфорах служили. Посолонили, супротив с крестом ходили. Ох, Арсений, бес тебя искушает. Тогда уж скажи, для какой надобности мне, умнейшему человеку, такое скаредное дело поднимать? Не знаешь? А я знаю. Квасу принеси. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Павел, святый владыка, ты ли? Христос посреди нас. Есть и будет. Ты б на солнышко вышел, Стефан. Саватием меня зови. Я нынче инок Саватий. А на солнышко выйти мочи нет. Что ж ты не на соборе? Последний день нынче. Может, и для меня последний. Душа к тебе позвала. Зачем ты место свое быку уступил? Быку? Не о себе думал, о государе, то его воля. Так ради государя-то и надо было. То быльем поросло. Про собор скажи, как там? Никон лично зачитал грамоту Константинопольского собора, по которой на Руси патриаршество учредили. Толкует он по грамоте той, что должны мы во всем следовать мнению греков, а не благочестие искоренять.
Да что считать неблагочестием? Это патриархи греческие, да не икон, указывать нам будут. Сегодня будем руку прикладывать. Что делать? Как такой грех на душу взять? Гневить гневливого неразумно. Сам сказал, бык, пойдешь против, затопчет. Себя сбережешь и многих убережешь от неистовства Никонова. Силой-то его не одолеть, разве что лаской и смирением. Побойся Бога. Никон даже символ веры не пощадил. Одни слова меняет, другие вовсе выбрасывает. Господи, да не погубите ж вы церковь нашу, превыше других в мире стоящую. Ступай, ступай на собор, не будь злым. Все люди ныне озлились. С особым тщанием, приводя наши книги в согласие с истинно православными, мы сличали символ веры. На решение Святейшего Собора полагаем. В восьмой части символа веры слово истинного опустить. Далее читать вместо «Его же царствию несть конца», «Его царствию не будет конца». Вместо «рожденно, а не сотворенно», «рожденно, не сотворенно». Вместо «и воедину церковь», «воедину церковь». Да как же можно извергнуть из символа веры святое слово истинного? Вернусь в Соловецкую обитель, как я братьей своей разъясню. А так и разъясни. Не нашли мы в греческих книгах слова истинного. Одно лишь слово находим мы в греческих подлинниках, а потому всякий прилог отметаем. И Вселенские соборы под клятвой и анафемой воспрещают прибавлять и убавлять. Сколько слов в греческом тексте, столько и в русском должно быть. Где ж это видано, чтобы с языка на язык можно было слово в слово перевести? Чтобы разуметь некоторые греческие слова, целыми предложениями переводить надобно. Наши русские отцы лучше знали, что греческое «кириум» переводится и как «Господь», и как «Истинный». Об этом и в книгах наших переведено и напечатано. Ишь, грамотей. О поклонах доложено было. Осталось только... О поклонах я не согласен. Вся церковь русская молилась земными поклонами. Об этом отцы Стоглавого собора говорят. И все древние русские и греческие уставы. А составляли их подвижники чудесами от Господа прославленные. И вера в ученость их была несомненна. А теперь выходит, что прежние отцы церкви хуже нынешних. Этак мы всех старых святых обратим в невежд. Смирись! От смирения вспомнил! Не твои ли саккосы должны напомнить о той ризе, о той хламиде, в которой был облачен Спаситель? Как златым и каменями слепит твой саккос, так неведомо тебе смирение! Не дадим душам вашим погрязнуть в бесчестии. Исправим и наставим. Исправить и наставить разно можешь. И гладом морить, и ноздрю рвать, язык резать, дымом душить. А чтоб по суду? В колоды их! В колоды! Владыка, пани! Очень я, куда же вас? На Онегу! Полиостровский! Никита Иванович, а ведь ты щей-то не любишь. Гуся с кашей, небось, ждешь, как немцы едят.
Не затем мы от дома так далеко ушли, чтоб о гусях и пирогах думать. Душа, государь, болит. Дозволь правду говорить. Я правду жалую, ты знаешь. Помнишь ли ты, государь, как при твоем батюшке на Смоленск ходили? Да где ж помнить? Мне 5 лет не было. А мы-то помним, что стало с царевым войском. Пошло 32 тысячи конных и пеших, а вернулись. Без единой пушки, а людей с ним 5000. Это и есть твоя правда? Ну где нам с Литвою воевать? Били они блаженной памяти царя Ивана Васильевича. Били царя Бориса. Царя Василия Ивановича Шуйского в плен взяли. Что ж теперь делать, Никита Иванович? Не вертаться же. Мы еще и до Вязьмы не дошли. Здрав будь, государь. Принимай гонца. Дорогобуш ворота отворил, челом тебе бьет. Рассказывай, братец, что за война была? Войны, великий государь, не было. Польский воевода, как увидел, что на него войной идут, со всем войском бегом в Смоленск. А дорогобужские мещане твоему войску ворота открыли. Что, Никита Иванович, сидя дома, дорогобуш не вернешь? Это тебе ради нашей радости, государевы. Покормить гонца и коня ему самого доброго. Анутка, что надобно? Не взыщи, боярин. Патриаршей волей мы здесь. Каким богам молишься? Какого письма иконы? Привозная. Истинный крест наша. Ну, богомаз-то, может, и наш, а образ неподобный. Ни строгости, ни канона. Эти две в сани. Боярин с нами на патриарший двор. Да не было такого закона, чтобы лики святых и матери нашей Богородицы... Не было, стало будет. Слыхал, что святейший патриарх о порченных иконах определил? Собирайся, сказано, с нами пойдешь. Живо! Вот оно! Блядство латинское! Змея, обвившая самую душу нашего святого православия! Взирайте! Да каждый ваш погляд на сию икону! Шаг погибли! Не Богоматери вы поклоняетесь, но дьяволу в образе женщины! Даже сиська у нее наружу! Срам! Содом и Гомора! Копье мне! Складно. Томила, ты порядок знаешь, как государево письмо посылается? Твердо знаю, великий государь. Наперво письмо государю примет в руки думный дьяк, докликнет подьячего, подьячий писаря. Писарь письмо запечатает и вернет подьячему. Подьячий дьяку. Дьяк доложит о письме государевым боярину Морозову Борису Ивановичу и спросит гонца. Боярин пошлет за окольничем, окольничий кликнет думного дьяка. Постой, Томила. Запечатать сам сможешь? Дозволь, великий государь, я запечатаю, и гонца найду, и отошлю. Отошли, так-то скорее будет. Стой, Томила. У меня к тебе будет повеление. Пригляди еще таких же, как ты. Людей быстрых и для тайного государева дела пригодных. Поспешать на войне надо. Мы не будем поспешать, другие поторопятся. Thank you.
Смотреть приехали? Смирись, матушка. Волею святейшего патриарха Никона. Смотрите. Я гляну. Один. Вот эта икона нехороша, мученик Христофор. Убери сама, не хочу, чтобы свезли да порубили. Уберу. Куда девать-то? Заверни да спрячь с глаз подальше. Пишут у вас иконы? Да есть один. Сафоний. Только он старый совсем. Покажешь старого, коли молодых нет. Идет. Да ты еретик. Какой воротник? Какой воротник? Где? Да тебя в сруб за это. А? Как живая. Сам ты до умного не додумался, а тут славную парсуну привезли. Поглядел, заплакал. А? В юности вот так писать? Арсений, скажи этому глухарю. Это икона фряжского письма. Бог сподобил чудо совершить. Гляжу и плачу. Дьявол тебя в когти схватил. Это ж голая баба. А тебе, патриарху, не подобает дурнем быть. Оттого и голая, что Ева. Какая ж Ева? Баба, такие из бань в снег кидаются. А я что говорю? Баба, Адам мужик, а Ева баба. Так Бог устроил. Тот час соскреби и замажь, ибо сие богохульство. Бог нас такими создал. Запретить Богу нельзя. А кто запретит, тот дурак. В огонь все это. Иван! Пить. Ты что принес? Тебе велено квасу подать.
Святейший. Поставь и иди. Святейший князь Пронский к тебе. Чего в такой час? До утра подождать не мог. Нельзя ждать, святейший. В Москве чума. Где народ? От чумы разбежались, святейший. В трех местах ожгла. Я вел в приказах окна кирпичом закладывать. В тюрьмах стража врет. Сидельцы разбегаются. Иван, ступай на патриарший двор. Пусть и у нас окна закладывают. И в монастыре никого не пускать. Князь, а ты иди к царице. Скажи, ехать надо. Запрягать лошадей и ехать, пока чума дорогу не перебежала. Достойно есть яко воистину, блажить и тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Куда путь держите? Троица Сергиев монастырь. Чашина чума, в Порошина чума. Не пройдете. Святейший патриарх, не успели. На Троице Сергиев нельзя. Перебежала. Куда же нам? Сворачивай на займище. За леса уйдем. К хорошей чистой реке. Там и переждем заразу. Скоро предстану перед тобой, Господь всемогущий. Ты мои грехи все ведаешь. Не за себя молю. Не оставь души заблудшие без наставления. Слаб народец. Как тревогу, так Богу. А нет тревоги. И забыли о Боге. Разуми. Милостивец. Человеколюбец. Пролей свет разума. Я тебя прошу. Некого больше просить. Вот и вся притча. Короче, носа птичья.
Великий государь гонец от передового полка. Говори. На реке Колодне, великий государь, передовой полк Никиты Ивановича Адойского сшибся с поляками. Сечь идет жестокая. Кому Бог даст одоление, неведомо. Что скажете, бояре? А мне разумнее было бы отойти на прежний стан. От него всего-то верст на 10 отошли. Меня послушайте. Государю не место на войне. Какой-нибудь заблудший полк выскочит на нас из кустов, и все мы в плену. Отходить назад надо, на Вязьму. День нынче пригожий. Бог нас в такой день не оставит. Только вертаться примета нехорошая. Федор, вскочи в конец войск, торопись, чтоб отставших не было. Перфильев, в голову к Артамону Матвееву. Пусть он со своими стрельцами наиспешно идет на реку Колодню в помощь князю Адоевскому. Чем это у меня пушкари промышляют? Накосили великий государь коням корму. Это какого корму? Ну-ка, дай-ка. Овес не вызревший, кто же косит? Зачем добро погубили? Пятидесятник приказал косить. Чьи овсы-то? Хозяина спросили? Пятидесятник сказал, всяк здешний хозяин царю враг. Разве они виноваты, что под королем жили? К нам люди своей воли идут, города сдают, а мы... Строго-настрого сказано отвоеванных жителей не обижать! Небось, сам крестьянин, а другого крестьянина не пожалел. Вот и я вас не пожалею. Выпороть всех перед строем, вино объявить по всему войску. А по сколько ударов положено? На первый раз по 10, чтоб дураков не слушали. На второй голову прочь. Пятидесятников простые драгуны. Вот так у меня будет! Твой Ефимок. Ты мне его дал и беречь велел. Государь этих Ефимков роздал. Когда же? Годовщину кончины благоверной царицы Евдокии, твоей матушки. Ты на богомолье в Троице-Сергиевске шел, а я по водырем тогда у слепцов ходил. Пели слепцы больно хорошо. А ты-то каков и не узнаешь? Возьми Ефимок за потраву. За потраву знаю, с кого взять. Ты уж потерпи. Надо, чтобы все видели. Зовут-то как? Сава. Сава Колодезник. При пушках нынче. От государя чарка. От государя чарка. Государя чарка. Это тебе. Грамоте разумеешь? Слава Богу. Царь пожаловал тебе в пятидесятники. Что стоишь как столб? Кланяйся, благодари. Сам государь тебя жалует. Шаг потяни. Смотри, пистоль потеряешь. Сготовились? Готово! 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 Ну, с Богом. Лестница вперед! Пошли!
Пошли. На Малаховские ворота пошли. Как знаешь. Надвратная замолкла, стало быть, под стенами бьются. Государь, куда Мария Ильинична собиралась из Москвы бежать, представилось 1387 душ. Святейший патриарх с царицей в Колязине укрылись, там чисто. За грехи наши Господь нас казнит. Что у князя Черкасского ночью было? Поляки вылазку сделали. Спящих наших 20 человек перерезали. Пока спохватились, тех и след простыл. Вот оно. Где это видано, чтоб на войне спали? Говорил тебе, великий государь, русские люди жить-то как следует не умеют. Где же им воевать? Балбес на балбесе, пороть надо. Что царев кнут перед бичом Господним? Федор, у тебя сердце доброе. Собирай всех увечных, всех раненых. Развози по монастырям, по селам раздавай на лечение. И своих, и чужих бери. Чужие – это не нам чужие, а Богу все свои. Только денег не дам. Война, сам видишь, деньги жрет, как свинья. Могилев взяли, Гомель взяли, город Борисов вернули. А как быть с католиками, с теми, которые на государеву службу просятся? Дальше их еще больше будет. На кой дьявол нам папские соглядатые? Без них, слава Богу, жили и еще проживем. Ныне по-прежнему жить нельзя. Под государевой рукой люди всякого языка, всякой веры. И всех в ладу держать надо. Государь, в город вошли. В городе бьются. Сегодня Смоленск будет наш. Матушка, государь к нам в обитель жалует. Лежите, лежите, миленькие, лежите. Божье дело, матушка, творите. Всеблагого тебе поспешения. Я ведь на нее на войну-то с великой охотой явился. А она вон что с людьми делает. Господи, жалость какая. И ты здесь сердешный. Немного же ты навоевал. Бог не без милости. Берегите его. Велика радость, но и печаль велика. Думный дьяк Алмаз Иванов скорбно извещает, что от морового поветрия умерли князь Хилков и боярин Пронский. И Ваську Колбасову Господь прибрал. В Москву нам ныне входа нет. Будем идти на Вязьму, куда святейшему Никону повелел вести царицу с царевичами и царевнами.
уже отчаянно лютым недугом. И к смерти приближегося возврати. Христе на живот, и дашь плачущимся утеху. Да все прославляем твои святые чудеса. К тебе, творче, каемся своих грех, яко не хошище смерти грешнич. Оживи, уздрави болящего, да восставши послужит те, исповедая с нами твою благость. Ты? Где я? Это обитель наша. Федор Михайлович Ртищев здесь покой для увечных устроил. Что Смоленск? Сдался Смоленск. Сдался на милость государя нашего. Как Смоленск взяли, великий государь был к нам. Милость творил, увечных смотрел. К тебе подходил. Велел беречь. Выходит, ты ему дорог. Не спишь, государь? Душа истомилась. Давно пора святейшему Никону с царицей быть. На волю бы выйти. Благодарю тебя, Федор, за лечебницы, нам и калеки нынче дороги. В Костроме 1240 душ приставилось. В Туле умерло 1300 мужского пола, осталось меньше 800. В Торжке 800 скончалось. Крепка у тебя, государь, память на числа. То не числа, Федя, то души человеческие, сила наша русская. Погляди, Федя, красота какая. Красивую нам землю Господь дал. Что ж мы жить на ней не умеем? Властью твоей, великий государь, устроится жизнь. Голову снести власти хватит. А дураку умную представить у меня власти нет. Одной власти, чтобы жизнь изменить, мало. Тут Господня милость нужна. И наш подвиг душевный. И любовь.